Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас срочно события, которые вас ждут. Поездка, девочки, вас ждет прям вот на пороге. То есть прям в ближайшие дни. Появление бывшего мужчины. Да, прям бывший очень ярко появляется. Но как-то вот я не вижу, чтобы вы очень хотели восстановить с ним отношения. То есть такое ощущение, что он будет добиваться восстановления, а вы-то как раз-таки этого не хотите. Что за поездка у вас, честно говоря, не совсем поняла. Ну, тут карты говорят, что все в ваших руках, в принципе, можно с ним восстановить отношения. Да, и он будет очень долго пытаться восстанавливать с вами отношения. Давайте посмотрим поездку. Мне интересно, что за поездка. Ну, куда-то, либо в другой город, либо в другую страну даже вполне возможно. Но дело в том, что я там в поездке вижу знакомство с другим мужчиной. Или, возможно, вы сейчас в паре с другим мужчиной, поэтому не хотите восстанавливать отношения. А вот, ну, вот это, если вы свободны, да, то знакомство в поездке приведет вас к счастливым отношениям. Так что, может быть, и правильно вы делаете, что не соглашаетесь на примирение.